А с детьми нужно успеть сделать все прививки и отправить их в сад. Это, наверное, основное. Ну, а для Рической это насладиться золотой порой. Нагуляться. Ну вот на самом деле, то есть зимой можно будет сидеть уроки учить, а пока такая погода, надо гулять. С детьми надо сходить в цирк обязательно. Было хорошее представление, наверное, этой осенью еще и будет. А еще и в парке можно погулять. Осень классная, погода хорошая. Погулять в наших парках, насладиться золотой осенью, красивыми листьями, подышать свежим воздухом. Погулять побольше, покормить белок и поучиться. Чаще видеться надо, честное слово. Чаще видеться, встречаться, гулять больше. Заготовочки небольшие тоже помешают. Ну и все, наверное. Готовиться к зиме. Просто хорошо провести время. Ну, как бы погулять с ребенком, покататься где можно, на паровозиках погулять, покидать листья, покормить белок, покормить голубей. Ну, в общем, типа, быть ближе к природе, пока не холодно.